Ну что, друзья, свершилось. Всем привет, с вами Михаил. Это игра Idle Heroes. И закрыл я первый этап кампании пустоты. Сейчас расскажу, как это получилось. Буквально недавно жаловался на стриме, что долго пробовал 1.7.2 закрыть и не получалось. И вот буквально за один вечер все получилось. Если вам видео понравится, будет полезно, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте вопрос в комментариях. Всем каждому, друзья, большое спасибо за поддержку. Ну что, пройдемся по каждому уровню. Расскажу, как получалось его проходить. Самый сложный, естественно, был 1.7.2. Две Элоиски, Аннабельки, в общем, Игни, Оливка. Самая противная компания. Проходил на стриме, кто смотрит, через двух персонажей, через королеву, которая стояла в первом слоте, ультовала сразу, со струнами стояла. И напротив Оливки Аспен с жезлом Жуи. И получилось пройти все-таки нежданно-негаданно. Пробил я очень удачно. И самое главное здесь, ребят, поймать тот момент, когда 30% шанс на снятие энергии пробивает по Элоиске и Аннабельке. Когда на них страх накидывается после ульты и убивания персонажей. Вот это тот вариант, который нужно поймать. Ну, недели две, наверное, я его ловил, чтобы не соврать, плюс-минус. Нон-стопом я, конечно, не играл. Некоторые кликер предлагали поставить, и это, наверное, за одну ночь можно было пройти, поймать. Но настройка у персонажей стояла, естественно, у королевы убийца, по-моему, называется. Нищита убийца, чтобы она сразу умерла. Потому что контратаками Элоиска нас тогда просто выносит. И на спину снятие непрерывного урона. Дальше все в атаку. Здесь 1.7.3 я ставил уже три персонажа, два колокола. На королеве и на Елене стояли колокола, а на Аспина обратно ставил струны. Ставил напротив Итакова с первого раза, он убивал его, и все нормально дальше. Надо было поймать тот вариант, когда законтролено максимальное было количество персонажей, дальше разбирали налегке. Здесь я ставил напротив Холмьянга, чтобы максимально быстро его выбить. Получалось, мать, тот вариант, когда со второго, по-моему, удара он его выносил. Дальше уже, смотря от того, сколько персонажей в контроле, тоже особых проблем не было. Здесь ставил напротив Аспина, тоже, ну, минуты 3-4 это заняло, чтобы тоже его пробить. Все то же самое. Два колокола, Елена королева, Аспин через струны. Здесь обратно через двух персонажей с Элоисками проходил, ставил Аспина с жезлом Жуи напротив Фионы. Со второго удара с ульты вполне себе получалось выбить, и дальше тоже все нормально проходилось. Тоже минут 5 заняло, в отличие от 1.7.2. Королева Халора с струнами в два персонажа проходилась. Дальше вообще без проблем. Здесь напротив как этого персонажа, не буду, не Вальдека, соседка Вальдека, назову это так, напротив нее ставил, тоже надо было поймать, чтобы пробить и законтролить. Дальше все то же самое. Здесь напротив Гаруды ставил, чтобы со второго удара ее выбить, контратаки ее противные, опять все зависит от контроля. Страха Аспина. Здесь напротив Фрейи ставил. Тоже нормально все прошлось, буквально пару минут. И 1.7.10 вообще с первого раза в босса вы сами видели в начале. По БМке сейчас я вам покажу со струнами. Со струнами выглядит Аспин вот следующим образом. В настройках изначально я пробовал через урон крита, здесь точность, здесь у меня стояло снижение урона. Я поменял на святой урон и вот поймал тот вариант, когда пробил 1.7.2, дальше все прошло как по маслу. Ну, не прям как по маслу, не с первого раза, но проблем вообще не почувствовал никаких. В общем, такое видео получилось. Ребят, если у кого какие вопросы остались, пишите в комментариях.
Наверное, вечерком встретимся на стриме, попробуем вторую глубину побить, босса тоже побить, послушаю ваши советы, попробую тоже его первый раз ударить на стриме. Всем хорошего настроения, мирного неба над головой, всем добра-добра и до встречи в следующих видео и на стриме.